грустная песня. Это не из той папки, ребят. Да, это не наша папка, Кость, точно. Ты что-то перепутал. Черт побери. Это секретно, это нельзя показывать. Тут все секретно, все секретно. Большое палево. Друзья, приятного аппетита всем, кто кушает. Я на ночь ем исключительно бананы, яблоки, пью чай. А ну-ка, Костя, поставь еще что-нибудь все красивое. Все секретное, никак не могу. Все секретное? Да, очень. Это было позор. А так все секретное, никак нет. Мы на студии прямо с самолета. Салют всем, кто не спит. Еще раз. Мне сегодня спать не придется. Я буквально заканчиваю студийную сессию. Я мчусь на концерт. Видимо, спать буду с утра, но я еще на время не перестроился. Поэтому сейчас бодрствую. Днем как-то немножечко мажет. Надо резче переходить. Рад всех видеть, рад всех слышать. Не выходил все это время в прямые эфиры, потому что отдыхал со своей семьей, отдыхал со своей любимой дочкой. Было немножко не до эфиров, был немного занят. Сейчас буду пробовать чаще выходить в эфиры, салютовать всем городам, выходить в эфиры перед концертами. Хороших концертов больших будет много. Еще раз повторяю, эксклюзивная информация для всех тех, кто пропустил. 4 ноября 2017 года спорткомплекс «Олимпийский» будет самый большой концерт. О тематике концерта и о новом готовящемся альбоме я сообщу прямо в самое ближайшее время. Расскажу вам, вы узнаете об этом первыми. Отвечаю. Салют всем, кто из Казахстана. Казахстан не спит. Салют всем, кто из Украины. Украина тоже, вижу, не спит. Салют всем, кто из Белоруссии. Я вас тоже вижу. Грозный салют. Всем, кто пропустил, соответственно, вот мой скромный ужин. Чаек с чабрецом. Мы на здоровом питании. Исключительно. Соответственно, еще раз возвращаюсь к теме 2017 года. 2017 год — это год больших свершений, год больших контрактов, год больших альбомов, год больших артистов. У Мота вышел фантастический трек с Анни Лорак. Советую всем послушать. Всем тем, кто не слышал новый трек Мота вместе с Анни Лорак, советую срочно зайти на iTunes, скачать, послушать. Это большая песня. Готовится мощный клип на эту песню. В этом году наши артисты выпустят очень крутой материал. Я говорю о Кристине Си, я говорю про Элуана, я говорю про Мота, я говорю про MC Дони, который готовит бомбу. Я приготовил сумасшедшие сюрпризы для вас в этом году, отвечаю. Год только начался, и в ближайшие 2-3 недели вы услышите много нового прикольного материала, много того, что мы реально приготовили для вас. Мы не останавливаемся абсолютно на достигнутом, двигаемся только вперед, чтобы в первую очередь радовать вас, вот, чтобы в первую очередь воплощать все те сумасшедшие идеи, которые у нас в голове, вот, а их, поверьте, очень много. Буквально на днях проведу экскурсию в наш новый офис у компании Blackstar, большой, новый, современный офис, экскурсия прямо в ближайшее время в прямом эфире. Вот, а я пошел к микрофону, потому что у меня есть полчаса времени перед тем, как мне надо выдвигаться на концерт. Салют всем тем, кто был с нами. Салют всем, кто смотрел нас. Салют всем городам. Салют Армения. Армению вижу, Армению. Салют Армения. Салют Грузия. Салют всем, кто нас смотрит. В следующих прямых эфирах расскажу больше. Для всех тех, кто не успел услышать, повторю еще раз. 4 ноября. Большой сольный концерт в Олимпийском. Мой большой сольный концерт. Поэтому советую вам быть.
Советую вовремя приобрести билеты, потому что хороших билетов в ближайшие месяцы не будет. А шоу будет действительно грандиозное, действительно серьезное шоу мирового уровня. Еще раз всем салют. До скорых встреч.